Я рассматриваю наш с вами труд, труд преподавателей, как некое искусство, которое мы с вами, которым мы должны овладеть и которое мы должны с вами нести. На сегодняшний день остро стоит проблема преподавания. Как находить подход к студентам, чтобы они развивались и получали должное образование в высших учебных заведениях? И раз преподавание – это искусство, все ли этим искусством владеют? Так, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ затронули данную тему между преподавателями сферы коммуникаций. Это и пиар, и журналистика, социология и политология. Проблемами вот сегодня, готовя эти кадры, работая со студентами, мы чувствуем новые потребности. Мы как бы вот эмпирическим путем идем и ищем, что-то надо делать, как-то надо по-другому завоевывать аудиторию, обучать и готовить их к выходу в медиапространство. Елизавета Евсефеева, Владислав Михневский, Универньюз.